Сдержать буйную реку и не пустить потоки воды в дома. Для этого сейчас Тулуне, Нижнеудинске и Алакджере строят временные дамбы. Дамбы прошлогоднее наводнение показало, населенным пунктам нужна серьезная защита. Поэтому работы уже на стадии завершения, к 15 мая закончатся. Дамбы простоят до тех пор, пока там же еще в трех районах не построят уже постоянные заслоны.